Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале «Первый Карагандинский». В студии работает Гульнур Жакен. Сегодня в выпуске. Так кто же бьет? В поселке Нуркен жители обвиняют свою соседку в том, что она бьет приемных детей. Сама женщина заявляет о том, что ребенка избили в школе. Всеказахстанский день посадки леса состоялся в минувшую субботу. Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов в этот день совершил рабочую поездку в Темиртау. Здесь он принял участие в экологическом мероприятии. Кукпар, скачки на лошадях и концертная программа. В селе Куктас Каркаралинского района почтили память Бекзата Кадырова, который внес немалый вклад в развитие культурной и спортивной жизни жителей района. Обо всем более подробно. Кто избивает детей? Приемная мать или сверстники? Этим вопросом задаются сегодня органы опеки Каркаралинского района. В поселке Нуркен жители обвиняют свою соседку в том, что она периодически избивает приемных детей. Сама женщина заявляет о том, что старшую девочку избили в школе. Сегодня этим вопросом занимаются полицейские. На время разбирательств дети помещены в Темиртауский центр временного размещения несовершеннолетних. 6-летняя Инкар, 5-летняя Инжу и 4-летний Руслан полтора года назад обрели настоящую семью. Рымбала Искендирова взяла их из детского дома. Казалось бы, вот оно, детское счастье. Но 3 месяца назад умер их приемный отец, а в январе детей забрали у приемной матери и поместили в реабилитационный центр. Связано это с многочисленными травмами у старших девочек. Соседи Рымбалы заявляют, что женщина их избивает. Мы вот соседи через стенку, все видим и слышим. Она их не просто шлепала, что под руку попадается кабель, совок, октау, палка, так и бьет. Даже мои дети не могут уснуть из-за того, что за стенкой кто-то сильно плачет. Сердце уже не выдержало, жалко сирот. Вот я и позвонила в полицию. Учителя местной школы также обратили внимание на многочисленные гематомы на теле детей. Педагоги говорят, что старшие девочки часто пропускали занятия. В школе даже сфотографировали побои и называют снимки главными уликами. У меня и старшая девочка, и младшая в группе были. Я их сама переодевала, вижу синяки, ушибы, звоню маме. Она говорит, что они сами между собой дерутся или что это Руслан их побил. Я, конечно, понимаю, что с такими детьми очень тяжело. Пока проходили адаптационный период после детского дома, они ни с кем не общались. И женщине тяжело в 54 года впервые стать мамой. Но так бить – это же не воспитание. Сама приемная мать поначалу отказывалась общаться с журналистами и все же высказала свое мнение. По ее словам, девочек обижали в школе, якобы их не раз обвиняли в воровстве. А руководитель учебного заведения решил обвинить ее, чтобы не лишаться своего места. Рымбала Искендирова уверяет, что любит детей как родных. Сегодня женщина намерена судиться с соседями и учителями за клевету, а также за то, что распространили фотографии ее детей. Я обратилась к директору школы. Она говорит: «Ой, извините, так получилось, учительница вышла, в этот момент случилось в классе какое-то недоразумение». Какое может быть недоразумение? Для чего учитель в классе? Как бы то ни было, а тот, кто виновен в нанесении побоев маленьким детям, заслуживает уголовного наказания. В настоящее время этим делом заинтересовались полицейские. А приемные дети вновь находятся в казенном учреждении. На время разбирательства их поместили в Темиртауский центр реабилитации для несовершеннолетних. Андрей Тенжас, Улан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинской области займутся выработкой системных мер по снижению коррупционных рисков в сфере государственных закупок. Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов провел очередное заседание региональной комиссии по противодействию коррупции. Участники обсудили меры по профилактике и пресечению коррупционных преступлений и правонарушений в сфере госзакупок. Полная автоматизация государственных закупок повлияла на снижение коррупционных рисков в этой сфере. Это отметил руководитель управления государственных закупок Мурат Кадеков. С 1 января прошлого года все этапы госзакупок от планирования до исполнения договора, а также отчетность, осуществляются в электронном формате. Это обеспечивает прозрачность и открытость процесса. Действующая система позволяет всем потенциальным участникам беспрепятственно принимать участие в государственных закупках,
риски предвзятости и наличие коррупционных составляющих со стороны комиссии на этапе отбора полностью минимизированы, так как потенциальные поставщики имеют возможность взаимного просмотра конкурсной документации своих конкурентов. Кроме того, все этапы государственной закупки охвачены камеральным контролем органов внутреннего государственного аудита. Во-вторых, определение единых организаторов на городском и районном уровне. Как показывает практика, снижение коррупционных рисков обеспечено во многом за счет внедрения института единого организатора государственных закупок, который действует сейчас во всех городах и районах. Между тем, проблемой остается закуп товаров и услуг из одного источника. Для снижения коррупционных рисков здесь необходимы системные меры. Но в целом количество нарушений при проведении госзакупок снижается. Всего за 2017 год направлено 2100 уведомлений на сумму почти 66,7 миллиардов тенге. На данный момент все уведомления департамента исполнены в полном объеме. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, удельный вес госзакупок, проведенных с нарушением, снизился с 19% до 9%. Это значительное снижение, однако, если учитывать среднереспубликанские показатели, то наша область по доле выявленных нарушений от общего количества охваченных лотов занимает второе место. Руководитель департамента внутреннего государственного аудита предложил создать рабочую группу, которая займется выработкой предложений. Аким области поддержал эту идею и дал задание создать такую группу. Глава региона также призвал руководителей всех государственных органов акцентировать внимание на профилактическую работу коррупционных правонарушений. На сегодня и законодательство позволяет, акцентирует всех на превентивные меры, на профилактику работы, а не на репрессивные меры. И работа, в первую очередь, компетентных органов и агентства также направлена на это, на профилактику. И мы все должны в этом вопросе помогать и содействовать. Согласно статистике, за 2017 год в Карагандинской области проведено государственных закупок на сумму более 160 миллиардов тенге. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В рамках программы «Рухани Жангру» 100 учебников будут переведены с иностранных языков на казахский язык. Данный проект позволит обогатить знаниям казахстанцев в области гуманитарных и социальных наук. На данный момент широкой публике были представлены 18 из 100 книг. 100 учебников, которые включены в образовательные программы ведущих мировых вузов, станут доступными для казахстанской молодежи. Это станет возможным в рамках программы «Рухани Жангру». Чтобы осуществить качественный перевод учебной литературы, было создано Национальное бюро переводов. С этого учебного года по новым учебникам будут заниматься студенты отечественных вузов. Труды известных авторов позволят не только расширить кругозор казахстанской молодежи, но и перенять богатый опыт более развитых стран. Если учесть, что люди – самый ценный ресурс государства, то самой выгодной инвестицией является вложение в обучение населения. Как говорил Нурсултан Назарбаев, образованная нация – это сильное государство. Следовательно, именно сфера образования требует пристального внимания со стороны властей. Кандидат исторических наук Карагандинского государственного университета имени Евгения Арыстановича Букетова Нурсахан Бейсенбекова считает, что перевод 100 новейших учебников откроет для казахоязычной молодежи новые возможности. Перевод 100 учебников – это наглядный показатель эффективности программы «Рухани Жангру». Теперь у нашей молодежи появилась возможность ознакомиться с лучшими учебниками, по которым занимаются студенты ведущих мировых вузов. Примечательно то, что перевод будет осуществляться прямиком с языка оригинала на наш родной язык. Это позволит сохранить и передать изначальный смысл книг. Для перевода 100 учебников было создано Национальное бюро переводов. Это большое достижение для нас. Я считаю, что в рамках работы этого бюро мы сможем не только переводить книги с иностранных языков, но и переводить книги наших авторов на иностранные языки. Тем самым мы покажем всему миру, что и у нас есть богатый литературный фонд. 12 апреля при участии главы государства публике были презентованы первые 18 учебников, для перевода которых была создана рабочая группа из 90 специалистов. Каждый из учебников планируется выпустить тиражом в 10 тысяч экземпляров и передать в учебные заведения. Тохжан Лянова, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.
600 саженцев хвойных и лиственных пород деревьев было посажено на аллее у историко-культурного центра первого президента в Темиртау. 21 апреля прошел Всеказахстанский день посадки леса. Вместе с темиртауцами в мероприятии принял участие и аким Карагандинской области Ерлан Кушанов. Темиртау – город металлургов. Здесь расположен гигант черной металлургии – Карагандинский металлургический комбинат. Этот факт является определяющим в непростой экологической ситуации в городе. Именно поэтому Темиртау уделяется особое внимание во время экологических мероприятий. Не стал исключением и Всеказахстанский день посадки леса. Вместе с металлургами и жителями Темиртау деревья посадил и аким Карагандинской области Ерлан Кушанов. В мероприятии возле Темиртауского историко-культурного центра первого президента приняло участие свыше 500 горожан. Это и чиновники, и депутаты городского маслихата, и металлурги. Значительную часть участников представили школьники и студенты. И каждый из них знает, для чего он здесь. Ну, чтобы город становился чистее. Если никто-то не возьмется за это, тогда так у нас город будет в мусоре весь. Эта акция очень важна для людей. Стоит отметить, что градообразующее предприятие города, металлургический комбинат, принял активное участие в экологической акции. Всего работники комбината в этот день высадили около 1000 саженцев деревьев. Всего же в течение года металлурги планируют высадить около 5000 деревьев. То есть эта работа будет продолжаться, мы будем уделять этому большое внимание, так же, как и всем экологическим мероприятиям, которые, проекты которых сейчас внедряются на ArcelorMittal Temirtau. И чтобы не было никаких инцидентов по выбросам в атмосферу, по воде, ну и по хранению отходов, конечно же. То есть работа в этих направлениях во всех ведется и будет вестись. В Темиртау в этот день было высажено более 3000 деревьев. Ухаживать за ними будут городские коммунальные службы и специалисты комбината. Всего в Карагандинской области в этот день было высажено более 20000 саженцев. В мероприятиях приняло участие более 300000 добровольцев. В течение 2 месяцев планируется высадить еще порядка 30000 деревьев. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Спонсор выпуска новостей – медицинский центр «Атлант», город Санкт-Петербург. В Караганде из Санкт-Петербурга доктор Бочиновский с 15 по 30 апреля лично проведет прием пациентов, избавит от головной боли, мигрени, шума в ушах, межпозвонковой грыжи, уберет причины хондроза, сколиоза, использует уникальный швейцарский метод лечения. Торопитесь, запись ограничена. Телефон для справок 365-300. Позвольте себе и своим детям жить без таблеток и операций. Звоните прямо сейчас 365-300. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них 3 дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь... пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерства здравоохранения Республики Казахстан. В Караганде в рамках реализации программы «Рухани Жангру» завершился 2-й областной чемпионат игры «Что, где, когда». В игре приняли участие студенты колледжей области, а также представители областного молодежного движения «Жигер». За призовые места в интеллектуальной игре боролись 35 команд. Что рекламирует розданная вам картинка? Что рекламирует розданная картинка? Областной чемпионат игры «Что, где, когда» проводится 2-й год подряд. В этом году в мероприятии участвовали более 200 студентов со всех уголков области. Организаторами выступили Управление образования Карагандинской области и региональный научно-практический центр Сарарка-Дарына. Организаторы отмечают, что растущее количество участников свидетельствует о том, что молодежь проявляет небывалый интерес к подобным интеллектуальным играм.
Это говорит о том, что данная игра набирает популярность, она интересна среди молодежи. И не зря вот мы совместно с молодежным движением «Жигер» среди студентов колледжа проводим такие мероприятия, такие как дебаты, как «Что, где, когда». Это саморазвитие, это интеллектуальная составляющая. Мне кажется, студент, будущий студент колледжа, участвует в таких мероприятиях, он развивает свою интеллектуальную составляющую, он развивает свои знания. И в будущем, когда они поступят на работу у работодателей, сейчас это ценится. Ценится знания, которые ты получаешь именно вне рабочее время, как дополнительное образование. Что, где, когда участвуют лишь те, кто уверены в своих силах и знаниях. Чтобы показать высокий результат, нужно ответить на вопросы правильно и быстро. Помимо эрудиции и логического мышления, участники демонстрировали умение работать в команде. Стоит отметить, что сложные вопросы не застали студентов врасплох. Они признали, что чаще всего ответ можно найти, вникнув в суть вопроса. В принципе, ответ скроется в самом вопросе. Если вникнуться интеллектуально в этот вопрос, ответ уже будет на поверхности. По итогам турнира лучшей командой была признана команда Карагандинского колледжа технологии и сервиса. Призеров наградили сертификатами и призами, а педагогам вручили благодарственные письма. Тохжан Лянова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В школе номер 15 открылся музей Рухани Жангру. В музее представлены экспозиции, отражающие различные периоды истории Казахстана. На церемонии открытия присутствовали специалисты отдела образования города, а также родители школьников. О модернизации общественного сознания говорят с момента выхода стратегической статьи Елбасы Болашака Бахдар Рухани Жангру. Данная статья дает ответ на вопрос, что нужно сохранить на века и передавать следующим поколениям. Программа Рухани Жангру прививает населению особое отношение к родной земле, культуре, обычаям и традициям своего народа. За год существования уникальной программы было сделано многое для духовной модернизации казахстанцев. Все это нашло отражение в зале Рухани Жангру, который был открыт в школе номер 15. Здесь вы можете познакомиться с историей становления государственности, с теми лицами историческими, которые внесли вклад в развитие и становление государственности. Это би, это наши батыры, это поколение алашевцев, традиции, обычаи мы тоже учли при создании нашего музея. И одна из экспозиций посвящена именно данному направлению. На торжественной церемонии открытия присутствовали специалисты отдела образования Караганды. Они отметили, что открытие данного музея поспособствует патриотическому воспитанию молодого поколения. Каждый ребенок, смотря на эти экспонаты, смотря каждый день, проходя через эти стены, они будут, у них впитается, можно сказать, патриотизм, и будут воспитаны в духе патриотизма. Следует отметить, что новый музей станет площадкой для проведения различных мероприятий, открытых уроков. Учеников школы открытие музея не могло не порадовать. Школьники считают, что подобных залов, посвященных истории, настоящему и будущему Казахстана, должно быть больше. Я очень поддерживаю эту идею и хочу, чтобы у нас открывалось больше залов. В этом зале будут проводиться открытые уроки, дополнительные уроки по всем предметам, особенно по истории. На церемонии открытия музея присутствовали родители, учителя и специалисты отдела образования. В роли гида выступили сами ученики. Школьники презентовали информацию об экспозициях на трех языках. Тохжан Лянова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. В селе Куктас Каркаралинского района почтили память Бекзата Кадырова, внесшего немалый вклад в развитие культурной и спортивной жизни жителей района. Состоялись скачки, кукпары и концертная программа. На сцене Дома культуры, в котором долгие годы трудился Бекзат Кадырова, вниманию зрителей была представлена сценка о его жизни. Это отрывок из театрализованной сценки, главные роли в которой исполнили актеры Казахского драматического театра имени Сакена Сейфуллина. На сцене были показаны события жизни Бекзата Кадырова. Этот человек внес немалый вклад в развитие искусства и спорта в родных краях. В первые годы независимости именно Бекзат Кадырова приложил максимум усилий, чтобы сохранить единственный дом культуры в селе Куктас. Позже он приобщал молодежь к искусству и неоднократно отправлялся в гастроли со своими талантливыми учениками. Также он уделял много внимания развитию искусства.
спорта. Его усилиями был открыт зал борьбы, из которого впоследствии вышло много мастеров спорта. Актеры театра сумели раскрыть образ столь многогранной личности и тронуть своей игрой всех присутствующих. А главная награда для актеров – слезы и слова благодарности, тронутые до глубины души матери покойного. Даже если после моего Бекзата не осталось потомства, у него есть друзья и братья, которые его помнят. Я очень благодарна мужчинам нашего аула, что они почтили память моего сына, организовав такое масштабное мероприятие. Особенно хочу отметить актеров театра. Спасибо всем этим добрым людям. Помимо культурной программы, гости сумели насладиться и захватывающими скачками на лошадях. Подобным образом, старшее поколение решило привлечь молодежь к национальным играм и видам спорта. В скачках участвовало 14 наездников. Главный приз достался Балагазы Сагату, который уверенно держится в седле с 4 лет. Его стригун по имени Миллион оказался самым быстрым. По итогам скачек победителю вручили денежный приз в размере 100 тысяч тенге. Обладатели второго и третьего места получили по 70 и 50 тысяч тенге. По завершению скачек наездники разделились на две команды и сыграли в кокпар-тарту. Организаторы надеются, что подобные спортивные мероприятия будут проводиться каждый год. Каждый из сельчан внес свою лепту в проведение данного мероприятия. В этом году мы впервые провели скачки, посвященные памяти Бекзата Кадырулы. Надеемся, это не последний раз. В настоящее время в селе Коктас проживают свыше 1500 человек. Все жители дружно продолжают дела Бекзата Кадырова. В Доме культуры открылся спортивный зал имени Бекзата Кадырулы. В будущем сельчане планируют закупить весь необходимый спортивный инвентарь, чтобы дети и подростки могли проводить досуг за полезным занятием. Предприниматели нашего села собираются оказать спонсорскую поддержку этому спортивному залу. Они отремонтируют помещение, установят душевые кабины. Впереди нас ждет много работы. Но одно я знаю точно – в этом зале будут созданы все условия для занятий спортом. Радует то, что жители нашего села, в особенности молодежь, очень активные. Они готовы поддержать любую инициативу. Насыщенная программа, включающая в себя скачки, кокпар и концерт, завершилась дастарханом, за которым собрались жители села и гости. В ходе вечера все вспоминали о том, каким замечательным и добродушным человеком был Бекзат Кадырулы. Следует отметить, что мероприятия, посвященные его памяти, были организованы в рамках программы «Туган жер». Тохжан Лянова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Со счетом 1-1 завершился очередной домашний матч футбольного клуба «Шахтер». На Темиртауском стадионе «Металлург» горняки принимали гостей из Актобе. Заработав 9 очков, карагандинский «Шахтер» удерживается на 5-й строчке турнирной таблицы. Сразу стоит отметить, что Темиртауский стадион уже стал счастливым для карагандинского клуба. Каждый раз, если не победа, то ничья. Вот и в этот раз немногочисленные болельщики были настроены позитивно. Однако первыми счет в матче открыли гости. На 37-й минуте форвард Актобе Асланбек Какимов ударил по воротам в пределах штрафной. У голкипера «Шахтера» не было шансов. 0-1. Во втором тайме хозяева площадки усилили темп игры, и на 78-й минуте Оралхан Умертаев сравнял счет 1-1. Комментируя итоги матча, наставник Актобе Владимир Муханов заявил, что игра была очень важной, однако большой процент травмированных не позволил реализовать весь потенциал команды. То есть много травмированных, много, значит, потерь, особенно в ключевых позициях, в обороне. И были проблемы даже набрать состав в оборону. Пришлось Хровой переводить с опорной зоны на зону центрального защитника. Тем не менее, в общем-то, мы «Шахтер» знали, изучали, сознательно отдали ему инициативу, где, в общем-то, пытались создать очень плотную оборону, учитывая командную оборону, учитывая некоторые слабости на первой линии. И, в общем-то, это плана придерживались, да, у «Шахтера» были 2-3 неплохих момента, но команда вся так проявила стойко. Главный тренер «Шахтера» в свою очередь заявил, что игра прошла полностью под контролем горняков. Были моменты в начале первого тайма, к сожалению, не реализовали. Но, как часто в футболе бывает, первый же момент у наших ворот, это был гол. Ну, в перерыве попросили ребят оказать еще больше давления, расшатывать, искать. Знали, что будет шанс. В принципе, рад, что Амертаев вышел и сразу забил.
Следующий матч карагандинский футбольный клуб «Шахтер» сыграет на выезде 28 апреля. В Уральске горняки встретятся с местным клубом «Акжаик». Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Саул Улмстар.